нашу зону по центру, смещается на правый фланг. Бросок поворотом. Да. И вновь первую шайбу забрасывают. Хорошее катание Казаков показывает. И на четвертую шайбу отдает он передачу. 4-0. Увеличивает свое преимущество в счете. Заряженность в зоне Ермака на отбор шайбы. А теперь уже гол! Вот такая контратака! Еневский делает пас на просившего передачу Волошина. Бросок и 2-1 Ястребы. Реализуют большинство за 6 секунд до выхода 5-го полевого. В борьбу с двумя соперниками. А здесь и Казаков подоспел. И Береснев. Убойная позиция. Волошин. 3-1 разыграли как по нотам. Еще одна Казаков. Дальний борт закрывает, атакован Горшковым. Еще минута 20 на большинство. Остается бросок и 3-1.